товарищ главнокомандующим вооруженными силами Республики Беларусь, соединение вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь на полигонах Республики Беларусь провели учения, провели командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил в Республике Беларусь. За время проведения тренировок и решения учебно-боевых задач были проведены совместные учения мотострелковых танковых подразделений, специальные учения с подразделением специальных войск, в том числе с подразделением ПВО по отражению ударов средств воздушного нападения совместно с подразделением Республики Беларусь. На данном этапе подразделения вооруженных сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению. Хотелось бы от соединения поблагодарить вас лично за оказанную помощь в развертывании, оказании помощи в обеспечении части, касающейся мероприятий, проводимых по подготовке личного состава. И сказать вам большое спасибо за оказанную вами помощь. Соединение в составе совместной группировки к выполнению задач по предназначению готово. Общее дело делаем, так что все благодарить. Ну, это тебе, для твоих ребят. Да. Это сын мой младший. Принес мне натовскую аптечку и нашу. Говорит, папа, ну, это что такое? И начал разворачивать. Говорит, это жизнь людей. Но меня учатся биотехнологическим. Ну, сейчас у них как у врачей. Да. Но он по жизни доктор. И начал мне это рассказывать. Ну, я начал рассматривать детали. Натовская, украинская, польская, но они на базе натовских, и российская, белорусская, те более практичные. Ну и вот министр, он же военный у нас хирург. Ну и вот они за пару месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. Когда я принес малому, говорю, ну посмотри, это он сейчас развернул, утром мне говорит, да, это, говорит, лучше. Поэтому я говорю, ребятам надо, чтобы была, потому что в бою это жизнь человека. Там этот жгут, не надо там крутить. Ну, видел, может быть. Да. А будут развернуты в палатке лежать. Да, ну, надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое. Ну, и мы сейчас дальше совершенствуемся на взвод там. Сделан, да, групповые. Да, ну, групповые, чтобы в поле было у ребят необходимое. Просто стандартная Привет, палатка. Это вы вот сколько тут человек? Здесь на 30 человек на взвод. Вот. 30, да? Один, да, взвод. Один. Тепло. Оно тепло. Тепло? Того, что, да. Под палаткой еще под намет. То есть теплый. Печка, это по имуществу, да. Вот мы уже вот получали это сапоги, там того, что вот сейчас лякоть, грязь, в ботинках много не находится. Это хорошо. Как бы у меня такие, я дрова рублю такие. Зимняя обувь, да. Ага, зимняя. Да, это для холодного климата. Нормально. Главное, и подошва хорошая, и непромокаемая. Нет, ну жить можно. Здесь жить можно, можно. Тепло. Главное привыкнуть сразу. К хорошему всегда привыкаешь быстро. Ну как вообще? Сейчас хорошо. Офицер. Да, офицер управления. Ну, с учетом того, что тут и надо подготовиться к занятиям, с какими-то документами отработать. Ну и все-таки это. Нет, ну офицер, если офицер, всегда так было. А дежурный же
на печку топить надо, я помню. Ничего без изменений, что дежурный приходит, печку протапливает, но старым надо поспать. У вас хорошо, я помню, нас выбросили первый раз в постной район вечером. И за нож надо было все оборудовать, палатку поставили, мороз страшный. И кровати не было. Набросали веток, уставшие были лапок этих. Ну и легли. Печку натопили. Я просыпаюсь, что-то у меня бок весь мокрый. Смотрю, вода. Оно растаяло все. И под боком вода. Так я когда в палатку захожу, я сразу смотрю на печку и думаю, это уже хорошее. Ну и офицером тогда был. Добрый день, ребята. Присаживайтесь, присаживайтесь. Я думаю, вы мне больше расскажете, чем я сегодня смогу вам рассказать. Для меня это очень важно, и не только для меня. Для Беларуси этот тяжелый опыт очень важен. Поэтому это первое, что вы мне можете рассказать. Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего отечества. Ну и самое важное, самое главное, мы с вашими начальниками, комдивом договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и белорусов, и россиян. Вы не думаете, что вот как комдивор, спасибо, вы нам помогли и прочее. Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем информацию большую, это опыт. Ну и наши офицеры, помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить навыки военные, это для них тоже школа, это урок. Поэтому вот два таких вопроса. Я больше хотел бы послушать вас. Спасибо. Держитесь, ребята. Мы здесь, вы нам очень нужны, я знаю. Все, работаем. Держитесь. Если что, говорить, будем помогать. Нет.